В этом году в рамках регаты разыгрываются чемпионаты России в трех классах, Кубок России в классе ФИН, а также проходят старты в нескольких олимпийских и юношеских классах. Предпоследний день регаты подарил спортсменам только одну гонку, правда, во всех классах яхт. Сегодня также погодные условия были очень сложные. Ветер постоянно изменял свое направление, то усилялся, то ослабевал. Но удалось провести только одну гонку. Ждем завтрашнего дня. У меня сразу довольно легко пошла регата, можно сказать, в масть. Мне довольно комфортно в своем весе, в этом классе. Ну, пока что все идет хорошо, остался еще один гоночный день. Регата проходит в акватории парусного центра «Югспорт». Эти традиционные соревнования знаменуют завершение парусного сезона.